На протяжении нескольких недель проверку боевой готовности проходят ведущие подразделения по всей республике. В один из дней сигнал так называемой репетиционной тревоги услышали и военнослужащие 38-й гвардейской отдельной мобильной бригады. По команде бойцы выдвинулись на машинах в пункт назначения, на полигон Борисовский. Прибыв в указанный район, личный состав выполнил мероприятие по эксплуатации инженерного оборудования, маскировке позиций, развернул полевой лагерь. Кроме того, с участием 38-й гвардейской отдельной мобильной бригады были проведены контрольные занятия по тактической, огневой и физической подготовке. Батальон был поднят по тревоге 8 апреля. Выполнял задачи по подготовке к выполнению мероприятий по предназначению в штате мирного времени, после чего был проведен смотр, оценена готовность батальона к выполнению задачи. Далее они совершили марш более 450 километров, вышли в район полигона Борисовский, где размещались на месте, и в субботу и воскресенье были проведены контрольные занятия. Справившись с поставленными задачами и совершив марш железнодорожным транспортом, мобильный батальон 38-й гвардейской отдельной мобильной бригады прибыл накануне в город над Бугом. Во время проведения тактических учений военнослужащие подразделения проявили свой профессионализм в вопросах специализированной подготовки, что подтверждают высокие оценки. Поэтому встреча военнослужащих в родном городе торжественная. Данные мероприятия они проводятся на различных уровнях, начиная с уровня бригады, где бригада самостоятельно проверяет внезапно готовность подразделения к выполнению задач, также командованием сил специальных операций, вооруженными силами, ну и Советом безопасности. Данные занятия оценены: огневая подготовка на хорошо, тактическая, физическая подготовка на оценку отлично. В целом батальон справился с задачей. Проверки боевой готовности проводятся для того, чтобы оценить уровень подготовки подразделений, выявить слабые места и определить направление дальнейшего развития белорусской армии. Военнослужащие 38-й гвардейской отдельной мобильной бригады доказали, что навыки и умения, которые они приобрели за время службы, уже могут эффективно применяться и в экстренных ситуациях. Подобные мероприятия для молодых людей – это способ проверить себя, свои силы. А с этим испытанием они справились на отлично. На этих учениях я показал себя с хорошей стороны, отстрелялся на 5 баллов. Поразил все мишени. Мне кажется, благодаря тому, что участвовал в учениях, таких как «Запад-2013». Данные учения показали мне, на что способен наш батальон, наша рота, мои сослуживцы, что может наша армия и силы специальных операций. Я горжусь тем, что мы сдали все на отлично. Анастасия Ноздрин-Плотницкая, Кирилл Липовик, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Буг-ТВ».